Долго и упорно приходится трудиться людям, чтобы обеспечить необходимыми кормами животноводческие комплексы. Корм зеленый, гранулированный, брикетированный, силос, травяная мука заготавливаются задолго до наступления зимних холодов. И ни для кого не секрет, что без современной техники нелегко с этим справиться специалистам сельского хозяйства. Кормоуборочный самоходный комбайн КСК-100. Использовать комбайн можно во всех почвенно-климатических зонах с умеренным климатом, кроме горных и переувлажненных районов. КСК-100 скашивает зеленые травы, кукурузу, подсолнечник и другие высокостебельные культуры, подбирает из волков подвяленные сеянные и естественные травы. Одновременно растения измельчаются, и масса загружается в транспортные средства. Основной составной частью комбайна КСК-100 является самоходный измельчитель, на который навешиваются жатки для уборки трав, кукурузы или подборщик. Подборщик подбирает траву из волков. Масса каждого волка не должна превышать 6 килограммов на погонный метр. Рама, подбирающий барабан, прижимное приспособление, шнек и механизм передач – таковы части подборщика. При поступательном движении комбайна масса подается из волков подбирающим устройством к шнеку. Жатка для уборки трав скашивает тонкостебельные культуры высотой до 1,5 метра. Она состоит из рамы, шнека, четырехлопастного грабельного мотовила, режущего аппарата и механизма передач. При скашивании растения срезаются и мотовилом подаются к шнеку. Эта жатка скашивает кукурузу, подсолнечник и другие толстостебельные культуры высотой до 4 метров и диаметром стеблей на высоте среза до 5,5 сантиметров. Жатка для уборки кукурузы состоит из аналогичных частей. Кроме того, в переднюю часть боковин вмонтированы полевые делители. Имеются 2 цепочно-планчатых транспортера. Режущий аппарат жатки для уборки кукурузы состоит из бруса, сдвоенных стальных пальцев, сегментов ножа, пластинок трения и прижимов. Аналогично устройство режущего аппарата жатки для уборки трав. Подборщик и жатка навешиваются на самоходный измельчитель при помощи механизмов навешивания левого и правого. Установленные на крюки, они стопорятся фиксаторами, которые должны находиться в пазах скоб. После навешивания фиксаторы переставляются в ловители подборщика или жатки. На передней части рамы комбайна расположен питающий измельчающий аппарат с силосопроводом и редукторы этого аппарата. На верхней части рамы кабина с площадкой управления.
средней части крепится моторная установка, гидростатический привод ведущих колес, привод гидросистемы рулевого управления и силовых цилиндров. Сзади на раме расположены масляный и топливный баки. Силосопровод представляет собой трубопровод, по которому измельченная масса направляется в транспортные средства. Для изменения направления потока массы предназначен козырек. В рабочем положении силосопровод крепится откидными болтами. Благодаря специальному механизму он может поворачиваться в зависимости от того, где находится транспорт. В процессе работы комбайна по мере затупления ножей производится их заточка. Чтобы измельченная масса через щель в крышке не высыпалась, между кареткой и ножами стоит задвижка, которую перед заточкой снимают. Для регулировки величины выступания абразивного бруска храповое колесо ослабляют и вручную перемещают брусок на требуемую величину. Нижний его конец должен выступать на 15-18 мм от стопорного кольца. Сборка производится в обратной последовательности. Храповое колесо заворачивается до предела. Направляющие должны быть параллельны оси барабана. Регулировку выполняют прокладками, так чтобы при перемещении каретки абразивный брусок касался кромки ножа по всей длине. Пока каретка не находится в движении, зазор между кромкой ножа и бруском должен быть 0,5-1 мм. При частоте вращения вала двигателя 1200 оборотов в минуту, плавным перемещением каретки вперед и назад затачивают ножи, пока их лезвия не будут острыми. Закончив заточку, ставят ограждение, которое предохраняет направляющие от попадания на них грязи, влаги, измельченной массы и закрепляют его болтами. Затем проверяют зазор между лезвиями ножей и противорежущим брусом. Он должен быть 0,5-1,5 мм. В случае необходимости зазор регулируют. Измельчающий аппарат представляет собой трубчатый вал с приваренными к нему стальными дисками. К ним прикреплены опоры ножей и лопатки, сообщающие ускорение измельченной массе. При полном износе или поломке ножи измельчающего барабана заменяют. Делают это при заглушенном двигателе и застопоренном специальным фиксатором барабане. Вынув непригодный к работе нож, устанавливают новый. Если весовая группа вновь установленного ножа отличается от остальных, то для сохранения балансировки заменяют нож из противоположной стороны барабана. Чтобы было понятнее, как меняют ножи, рассмотрим это на снятом с комбайна барабане. Количество ножей определяют в зависимости от заданной длины резки растений. С ее увеличением количество ножей уменьшается. Снимают ножи вместе с опорами, таким образом, чтобы оставшиеся были равномерно расположены по окружности барабана.